Афанасия Брестского многие жители знают как небесного покровителя и заступника нашего города. Однако в аналах истории он также известен как непокоренный игумен за свою приверженность вере. А вот что такое дефензива, многие обыватели вряд ли знают. А ведь именно так называлась тайная государственная полиция Польши, которая в 20-30-е годы прошлого века располагалась в здании нынешнего архива Брестской области. Это лишь малая часть тех познавательных фактов биографии нашего города, о которых рассказывала гид участникам пешей экскурсии, логического продолжения выставочного проекта «Твой Ежи». Экскурсия очень достойная. Человек, который проводит экскурсию, показывает те места, которые обычный брестчанин проходит мимо и порой даже не замечает. Хотя на самом деле под нами история, под нами жизнь людей и очень много интересных фактов. Экскурсия по историческим местам города – концептуальная часть проекта «Твой Ежи», посвященный польскому музыканту Ежи Гаврилюку. Выставка открыток – не только романтическая история любви. Вернисаж – своеобразное олицетворение истории Бреста середины 20 века, в контексте которого экскурсионная прогулка «Тени забытого Бреста» стала увлекательным и логическим продолжением выставочного проекта. Наше мероприятие, оно вообще такое посвящено истории города, истории людей, истории открытки. И главные герои выставки, которые писали эти открытки друг другу, в общем-то, они родом из Бреста. Поэтому, наверное, было бы логичнее в рамках выставки вообще вспомнить, каким же был Брест в те времена, каким он был 50, может быть, 100, может быть, даже 200 лет назад. Интересный проект, достаточно организованный энтузиастами. Оказалось, что достаточно много людей, даже жителей города, хотели бы узнать более подробно его историю. Далеко не каждый может в рамках своей собственной профессии это сделать, поэтому хотелось вот поучаствовать. Во время пешего путешествия участники экскурсии получили информацию не только о жизни Бреста в 19 и 20 веках, как было заявлено изначально в программе экскурсии. В рамках беседы с экскурсантами гид затрагивала факты из истории города и в предшествующей эпохе. Все это позволило участникам воссоздать картину событий, которые происходили в городе над Бугом с момента его основания. Экскурс в историю стал для многих открытием и удивлением.